Всем здорово, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Валда и Асгард, и мы продолжаем серию нашего кооперативного выживания по игре Проект Зомбоид. Но на этот раз мы начинаем совершенно новый сезон, который украсят некоторые моды. Всем привет! Так, Сразу же? Я в домике появился. Я тоже появился в домике, у меня телевизор, я сразу же выйду и выключаю. Уже, кстати, зомби. Да. Ох, как это громко, мать твою. Боже мой, как его выключить? Все, выключил. Ну, короче, мне хана, у меня тут уже куча зомбарей, ночь, в общем, все весело, все здорово, все эпично, элитно. Так, закрыть. Я лутаюсь, забираю все, что пригодится нам в будущем. Это да. Так, большая сумка сразу же у меня есть. У меня есть, в принципе, рюкзак. Так, молоток в руку. Бейсбольную биту возьму, пожалуй, в руку. В обе руки надо брать бейсбольную биту, наверное. Да, для максимальной эффективности в обе. Так, далее бутылочка воды у меня есть. Хорошо, тогда она может сюда положить. Консервный нож. Да, консервный нож тоже один. Ладно, два пойдет. Опа, кажется, разбили. Кажется, разбили где-то там. Что-то там. И сейчас, кажется, мне будет плохо. Надо максимум всего. Да, окно разбито, вижу зомби. Готово. Синяя ручка у меня была, не интересует. Так, ладно, продолжаем трайлутацию. Значит, что тут еще может быть полезного? Семена пока брать не будем, всякие разные нафиг и не нужны. Книги в первую очередь надо забирать. Это да. И консервы. Соответственно, тоже могут пригодиться явно. Бенгальские огоньки, пожалуй, нет. Бутылочка виски, отлично. О, я нашел себе хорошую сумку. Поздравляю. Как-то свою. А как это сделать? Вот это я не помню. Что сделать? Снять сумку. А, вот, все, нашел. Кухонный нож, отлично. Два кухонных ножа нашел, потрясающе. Так, кухонный нож, так, взять в основную руку. Ну, или бейсбольная бита, выкинуть нафиг вообще. Потрясающе, продолжаем. Красное вино, отлично. Короче, у меня куча еды, у меня есть оружие, в принципе, все хорошо. Нет медицины, только единственное, что еще. Пока что. Ну... Плюс я еще книжки забираю. Не был еще на втором этаже, поэтому. Ну я фермерство возьму первый том. Электронику первый том. Больше еще брать не буду. Рыбалка первый. Электроника второй. Так что все здорово. Отлично. Ну-то. О, курсы металлообработки. А что там по времени, кстати, у нас за окном, который сейчас? Ты не подскажешь? К сожалению, не знаю. Так, антидепрессанты, бета-андроноблокаторы, ватные шарики, отлично. Пинцет. Иду к первому зомби. Бинты. Дезинфицирующее средство. Все, у меня по медицине все хорошо, короче. Только у меня уже места нету. К сожалению. Давай определяться, где мы. Давай, давай. Сейчас на улицу выйду. Сейчас залутаю до конца дома. У меня осталось еще пару комнат. По-быстренькому. Так. Блузка, нижнее белье, всякий шлак. Все, я погнал вниз, сейчас еще быстро осталось поесть, у холодильника там то, что есть, еды какой. Вишня свежая съесть полностью, вяленое мясо съесть полностью. Так, что-то у меня сытно поел. Бутылка воды. А, только взять можно, хорошо. Кусочек торта съесть полностью.
И соленье еще, чтобы наверняка. Все, я сытно обожрался, выхожу на улицу. Давай, где ты что-то видишь? Я вижу кучу белых домов. Я на перекрестке. Я вижу мертвую крысу. На перекрестке какая дорога? Желтая. Ну, желтая линия. Желтая разделительная полоса, понял тебя. Да. Есть такое дело. Желтая разделительная полоса. Иду в левый верхний угол экрана. Белые дома. Куча белых домов. Домов белых не вижу. Вижу кучу зомби. А, кстати, они как-то поодиночке. Ходят. Чуть-чуть. Ой, нет. Убиваю. Очень много зомбарей. Я в каком-то городе, короче. Я около маркета. Ну тут просто нереальное количество зомби. Я побежал, короче, теперь вправо в верхний угол по дороге желтой разделительной полосой. Желтая разделительная полоса, кстати, сплошная у меня. В случае чего. Да-да-да, сплошная. Ты не видишь пока никаких там этих... Магазинов вообще не вижу. Я в жилом районе, говорю же. Ну, очень грустно, что могу сказать. Ну, зомби что-то очень быстро умирают. Вот да? Что я могу сказать. Легкая паника. Да нет. Даже я вижу. Да, что-то как-то, короче, я не знаю. А нет никаких там локаций, координат, прописать какую-нибудь команду. Тут через админку. Но это надо админку включать. Так что не думаю, что это будет честно. Так, я, короче, нашел вот этот самый мотель, в мотеле на первом этаже. Побуду пока, а то стрёмно вообще. Только попью. Забрать нифига можно. Интересненько. Ох ты, дабл килл. А нет. Ох, нахер. Так, я на втором этаже мотеля, слушай, чего. Если вы слышите собачку, то не обессудьте, это бывает. Не знаю, я вообще к какой-то мусорке пришел. Молодец. Ну, короче, я не знаю еще, куда бежать-то, детей искать. Надо забарить кучу. Где-то. Давай я пойду вниз обратно. Тебя, кстати, опять слышно стало хреново. Ты в курсе? Опять хреново слышно? Ну, сейчас вот нормально. Я не знаю, как-то перерывами, местами. Так. Короче, я побежал тогда вниз. Дорога полоса сплошная, ты говоришь, да, разделительная, желтая. Асгард. Да-да-да. Ты меня не слышишь, что ли? Нет. Слово «дай» ты сказал, не слышал совершенно. Так, я убегу пока опять с этого жилого, этого не жилого, а какого, короче, района магазинов, и пойду в район жилой. Только я там не видел белые дома, к сожалению, конечно. Так. Что ты видишь, скажи мне? Я вижу церковь, например. Лес и дома я вижу. Потрясающе. И бегу по дороге. А нет команды телепортации через админку? Не в курсе ты? Видимо, нет. Нету. Так, ну это тоже лес и дома. Дома двухэтажные, серые. Я могу строить только в этой админке и там удалять людей и так далее. Потрясающе. Патрон для дробовика нашел. А, неплохо. В зомби, в мертвом, которого убил. Ну я хрену, все дороги такие желтой полосой, поэтому это не очень хороший ориентир, конечно. Вроде вышел из жилого района куда-то. Я наоборот в жилой район зашел. Тот ли? Вот в чем вопрос. Ну одноэтажные белые дома пошли. Ну значит в тот. Значит ты через немного другой вход какой-то. Ну так естественно. Правда, парковка какая-то опять. Большая. Парковка? Да. Я бегу в правый нижний угол карты, в случае чего. Правый нижний.
Ну, дорога изгибается. Тут очень такая дорога изгибающаяся. А у тебя маленькая, кстати, дорога-то или большая? Да. По одной полосе. Да. Тогда я на ней. Вот она изогнулась, теперь она идет в левый нижний угол карты. Да, давно какие-то склады большие, не знаю, что это. Ну, я бегу, ищу тебя. Она по кругу этот склад огибает, да, короче. У меня умеренное напряжение уже. Наверное, это не очень хорошо. Вроде как от парковку нашел. Так, что на парковке видишь? И зомби. Это я понимаю, вот. Что на парковке видно? Здание есть? Ну да, здание есть с разбитым окном. Здание какого цвета? Красное, кирпичное. Да. Ну иди по дороге дальше. А в какую сторону? Тут... Не знаю, здание обходи по кругу просто. У меня сломалась бита. Просто по кругу здания бегай. Прям по парковке бегу, если что. Прям вдоль стен здания. Вышел на дорогу. Вижу, вот. Все, наверх. Слишком много зомби сзади. Смотри, по этой дороге мы выйдем, короче, через несколько кварталов к району, где магазины всякие будут. Я предлагаю где-нибудь неподалеку от района с магазинами найти какой-нибудь двухэтажный дом и буду заселиться в нем, точнее. Можно, кстати, посмотреть церковь будет. Только я единственное, что я устал, поэтому я бы не бежал, бы сейчас сошел пешочком. Хотя бы временно. Так, у меня сломался... У меня есть для тебя подарок, в общем. Да ты что? Рассказывай. Оценишь. Только надо от зомби избавиться. Либо отойти, чтобы ты успел взять этот подарок. Ну, тут сейчас взять? Трое за нами, четверо спереди. Подожди, давай хотя бы первого тут спереди убьем. Давай, кидай. Ну. Отлично, красава, сейчас. О, меня, по-моему, укусили. Я не успел залутать. Мне хана. Твою же вот мать. Он. Я вижу, что он лежит. Ну там сволочи зомби. Все, у меня сломался. Туда прикрой меня, пожалуйста. Кухонный нож. Бью в основную руку. Легкий урон. У меня легкий урон, мне повезло, никакого укуса нет. Бежим. А, ну значит тебе нужно просто перебинтоваться и уходить. Так а что мне бинтовать? У меня нет никакого повреждения вообще. У меня нет никаких царапин, просто... ничего. Просто легкий урон. О. Бежим. За нож спасибо. Он, правда, чуть не стоил мне жизни, но спасибо. Вот церковь, пойдем церковь залутаем. Только давай на контр или сбоку. Хорошо, давай. Давай, я предлагаю в нем жить там, потому что это как раз граница района. Только на зомби зачистить. В принципе, да, надо их убить всех. Погнали тогда, давай. Оп, хедшот. Нож сломался, как так? Интересно. Так, если что, я без оружия временно сейчас беру. Я убиваю их пока что. Так, понеслась. Помогаю. Там. Наконец-то. И это был у меня персонаж повар, у которого прокачана режущая прочность. Неплохо, да? Большая походная сумка, если что. Можешь взять. Хорошо, отлично. У меня еще один нож сломался, братан, я не знаю, что такое. Ты уже поломанные. Взять. С молотком теперь хожу. Слушай, чего? Ой! Телефон звонил. Извините, сорян. Забыл про режим совсем. Да сучий зомби. Вот это было жестко сейчас только что. Царапина, кровотечение. Вязывайся. Мучительная боль. Сейчас. Дезинфицировать.
Крой. Я-то не могу. Ты куда-то убежал совсем далеко. Ну, так я пытаюсь от зомби свалить. Перевязать бинтами. Перевязываюсь. Перевязался. Ну, уже не буду. Царапина, кровотечение. Ну, блин, со спины подкрались. Не заметил. Все, надо тут не бегать около дома, ходить на контроле, последних зомби снять и завязывать. Там все равно еще сейчас придут. Да чтоб тебя подкинул, сейчас извините, я поставлю режим, а то это какая-то жесть. Названивают и названивают, не видишь, что я записываю, что я занят. Как, кстати, бить ногой, я уже забыл. Пробил. Слишком пробил. Давно играл. Просто пробил. О, прикольно, что зомби посвечиваются, на которого типа ты смотришь. Очень удобно. Реально менее. Очень удобно. Все, пойдем в дом. Там передохнем чуть. Давай. И это будет нашей базой. Подари снизу зомби еще. Ну я зашел в дом, если что. Хорошо. Дверь за собой закрыл. Хорошо. Стейк свежеприготовленный прямо. Так, все, это же я половинку пошел. Стейка скушал, тебе если что тоже. Хорошо, батарея, гвозди, зажигалка, мешок, палаточный кол, уголь. Так, у нас тут гости в доме, судя по всему. Где? Ну, они слышат, что ли? Этом и мелкокалиберной винтовкой, и патронами. Да ты еще. Мне нравится такой труп. Неплохо. Винтовку, а винтовку не взять. Подожди, а сумка только в руку берется, что ли? На спину не вешается? Нет, сумка на спину вешается. А, ну сначала нужно снять рюкзак свой, да? Да, рюкзак там висит просто. У меня игра свернулась, не знаю почему, надеюсь, что все нормально. Ну, как тебе сказать? Я зомби бью. На всякий случай запись перезапущу, подожди. Так, перезапустил, а то мало ли. Все, пока разберешься, то, кстати, блин, ты сам, я офигел. Снять рюкзак. Так, теперь рюкзак у меня на полу лежит, правильно? Или нет? Нет, нифига у меня на полу лежит. Короче, это так все сложно. Боже мой, повесить на спину. Так, у нас здесь окно разбито, и мне это не нравится. Хреново. Я на второй этаж пошел, посмотрю, проверю, нет ли зомби здесь. Давай, давай. Распаковка. Как теперь долго с рюкзака вещи перебирать? Ну, короче, я тут буду пока полгода сумку менять, поэтому... А? У меня волнение и довольно тяжелый груз. Грязный бинт. Убрать бинт. А если у меня еще бинт, я не помню. Состояние отличное. Царапина, кровотечение. Идентифицировать. Нет бинтов. Подкинь бинты, пожалуйста. У меня у самого их нет. Сейчас поищу. Тут на втором этаже я видел где-то в ванной. Так, 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 так. Вот, бинты забираю. Красава, ко мне в комнату неси. И у нас там зомби снаружи по периметру ходит. Надо пойти немножко почистить. Так. Скинул? Скинул в этот ящик. Ага. Взять. Быстрее, давай, перевязать бинтами. Так, перевязываю, все отлично, осталась сумка разобраться теперь. Ключи надо еще выкинуть. Выкинуть. Я ищу пока еще медикаменты. Снять. Угу. Хорошо. Так, повесить на спину. Поехали, арахисовое масло туда. Газировка. Бутылка дес средства нашел, забираю. Хотя нет, у меня уже ничего не убирается. Мы точно в этом доме остаемся? Тебе не нравится дом? А? Тебе не нравится дом? Дом-то в принципе неплох. Просто думаю, где мы все хранить будем. Весь лут. Мало ящиков? На нашей прошлой базе. Придется самим делать. Не, так а ящиков мало тут, да? Их нет или что? Ну... Как-то маловато, да. Понятно. Ну, можем посмотреть, конечно, подожди. Но можем. Проблема будет. Можем не париться, можем дальше пойти куда-нибудь. Ты все посмотрел, полутал? Просто просмотрел.
Я тебе стейк, кстати, оставил на кухне. Угу, отлично, все, я закончил наконец-то. Знал бы тут, где еще кухня находится, вообще было бы потрясающе. Она на входе прямо. Угу. Понял. И слишком много окон, мне просто не нравится это. Это пора что-то идти делать. Ну да, с окнами беда. Так, у меня волнение, мне это не очень нравится, поэтому я, пожалуй, наверное, антидепрессантов приму. Что украсть? Запью водичкой, и все хорошо. Все, у меня полный желудок, поэтому просто анреал. У меня перегруз. Слушайте, много лутать, ты еще не лутал, что ли, получается, или что? Я не лутал этот дом, можешь полутать его. Тут вон и кухонный нож есть, пожалуйста, и все, что хочешь. И собачий корм. Что-нибудь. Вон брокколи съем полностью. Съешь его, безжалостно съешь. Так, вода, еда. Слушай, ну мне, короче, тут нравится. В плане... Патронов 9 мм, нифига. Ништяк. Ну, у меня просто пистолет есть. Рис, да? Сейчас обратно выложу тогда. Рис. Шоколад. Чипсы. Все еще волнение, все еще полный желудок. Так, патроны 9 мм. Куда ты их закинул? Пока никуда еще. На пол кину. Скинул. Шоколад. На полу. Нашел? На втором этаже был, нет? Был, но я не лутал, говорю же. Ага, понял. Так, ну это на второй этаж поднялся, в случае чего. У меня места уже просто нет, я полностью перегружен. А ты что, с большой походной сумкой был полностью перегружен? Да. Ну, я со средней походной сумкой, но я перегружен. Из-за того, что у меня очень много весит винтовка с пистолетом. Куча патронов. Ну все, ну валить искать какой-нибудь дом, делать из него базу свою. Можно какой-нибудь один из магазинов сделать на окраине города. Ну, на окраине района с магазинами. Бронять из-за количества окон большого. А, ну да. Ну, второй этаж выбрать. На втором этаже забаррикадироваться и только там жить. Как у нас, собственно, было на старой базе. Ну, прям тогда вниз, хрен с ним, с этим домом уже, я думаю, что. Давай, я тебя жду на улице, пока что. Угу, давай, выхожу. И погнали наверх тогда. Пока чего? Так, я пока молоток на нож поменяю, быстренько все готово. Идешь, нет? Да-да-да. Не бегай. Лишний раз не стоит. Ну вот смотри, тут уже начинается район магазинов, налево-направо одни магазины сплошные. О, патроны 9-миллиметровые. Не зря убил Штык. Зомби. Так, у меня снова грязный бинт. Топор, нифига. Топор. Нет, Даш? Нет. Конечно же нет. Я просто строитель. Ничего не знаю. Так, я пошел лутать, потому что мне нужна медицина, мне нужны бинты. Давай. Ну, не думаю, что в Палм. Что-что? Ну, магазин называется Палм Травл. Окей. Туристическое агентство, видимо, какое-то. Веревка, лом, фонарик. Так, а нет ли у меня бинтов с собой-то, может, есть? Бинт. Нет. Родительный. То же самое будет. В смысле, грязный бинт? Ну, нет. Просто обычные тряпки. Ну, любую одежду можно порвать на тряпки. Я понял, но я не вижу никакой одежды пока. Ну, на тебе была одежда. Не была, я сразу создал персонажа без одежды. О, коробка гвоздей. До хрена еды, но не то, что мне нужно.
Блин. Где ты там ходишь-то, кстати? Я на улице. А, все, вижу. Это здание большое, заходил, нет? Хотел заходить туда. Осторожно. Фига, не убился на удар. Дверь закроешь? Так, я пошел на второй этаж бинты искать. Это какое-то офисное здание, не думаю, что здесь есть бинты. Ну вот поэтому надеюсь, что на втором этаже, может быть, что-то будет. Хороший молоток, прям очень эффективный какой-то, да? Прям, да, не хедшоты вылетают. Оп, еще минус один. Карандаши, ручки, блин, мать его. Одна всякая шляпа, комиксы, книги. Блин, у меня уже очень незначительный урон, это нехорошо. Кухня, может, на кухне хоть что-то будет. Молоток можно использовать, интересно, нет? Давай я просто тебе дам этих тряпок. Давай. Конечно, что ты молчишь-то, я думал, что у тебя нет тряпок. Че средства? На второй этаж поднимайся. Сейчас я рву тряпки. Сейчас поднимаюсь. Витамины, отлично. Вместе. Так. Бубай. Что? Я стою около кулера с водой. В коридоре. Кидай на пол. Сейчас. Держи. Отлично, нихера тряпок. Давай я половину возьму. Не взял шустрого, что ли? Взял. Медленнее меня берешь. Все. Профитирую тряпку, штуку. Стилизованной тряпкой перевязать. У меня уже просто в 40 здоровья не стало, наверное. Отлично, перевязал. Так, незначительное повреждение. Довольно тяжелый груз, тревога. Так, ну груз довольно тяжелый, мой, допустим. Съедай все. Полностью. Просто. До отвала нажирайся. Сейчас. Да я уже обожрался в хламину. Не, уже не могу есть. Тревога, нервы расшатаны. Да ты запарил. Чё тревожится-то? Сигаретку. Там же она вроде убирает. Нету сигареток. Ладно, погнали на улицу. У меня есть, если что. Да ладно, я думаю, что найду, когда покурю. Ну я-то не курящий, так что держи. Ну, давай. Тут зомби. Погоди. Так, держи сигареты. Угу. На полу. Угу. Явно. Потрясающе. Курить. Покурил. Ну, теперь все. Можно, кстати, спать, оказывается. Да ты чё, кайфово. Так, ладно, я пошел на первый этаж. Давай. Ох, тут зомби на первом этаже, даже двое. Где ты их нашел-то? А там еще один спуск есть. Ага. Типа. Так, окейшки, клюшка для гольфа, изолента, отвертка. Отвертку возьму. Изолента не нужна? Ну, для ремонта она нужна. Гвозди вот, надо собирать. Пилу бери, пила есть. Ладно, пилу... Нет, не могу взять, не хватает места. Пилу я взял. Всем срочно искать базу, не выйти, кстати, закрыто.
Срочно искать надо какое-то место для базы, потому что уже некуда складировать. Согласен полностью. Нужен какой-то дом. Так, где тут склад? Ну, либо магазин. А лучше склад. Вот самое лучшее. Ну, еще бы. Я пошел с магазина на получается, вниз, короче. У них есть теперь. Вот смотри, снизу как тебе домик. Через дорогу. А, тут забор большой, тут не проедешь. Ладно. Да, Олдай? Что? Пропадаешь опять, что? Двухэтажный который? Да. А здесь смотри, что такое. Во, вот. Кажется. Вот идеально, по-моему. Окон нет. Да. Большое здание, окон очень мало. Заходим. Похоже, мэрия. По-моему, это что нужно. Давай, я право беру, ты лево. Давай. Так. Осторожно, еще один. Да и не один. Умри же. Осторожно сзади. Осторожно опять сзади. Так, хорошо. Кстати, сигарета помогла. Ну я же говорил. Нет еще. Что? Тут зомби еще. Тут очень много просто различных мест. Нам придется очень долго обыскивать это здание. Ничего, я готов пойти на такие жертвы. Ох, мать, ну зомби, конечно, тут немерено. Либо какое-то еще учреждение подобное. Да нормально. Самое лучшее учреждение без окон совершенно. Что ну нет, там я видел парочку. Сплошные стены вообще. А суп. Вот что я тебе скажу. Что ты скажешь? Чего ты говоришь, Асгард? Меня не слышишь, что ли, или не понимаешь? Да периодически, я говорю, я не понимаю, странно как-то. Половина предложений слышно, половина нет. Вот тупо обрывок фразы слышал конечный. А, ну я говорю, что это суд. А, круто. Ладно, нам пора заканчивать, поэтому давай тогда, собственно, в здании суда и закончим первую пилотную серию нового сезона про Экзамбойт. Надеемся, дорогие друзья, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. А с вами были Валдай и Асгард. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.